Ascolto na Maxa. Vista cresceu e a perista e o deixate. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов со льдом наших стаканах. Я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов со льдом наших стаканах. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я не отвечаю на номера. Можешь даже не набирать. Можешь даже не набирать. Будем горать. Хочу угорать, мы уже в океане. No stress, hop, вдвоем как команда. Dance, dance, dance. Kiss, kiss, дыхай меня через кэс, через кэс. Моя волшебная палочка в твоих руках. Грэкс, пэкс. Ты так красиво, я перестаю дышать. Руки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода, фиолетовая вода, фиолетовая вода. Твои кинтулашки, а я без башки. Мы не будем играть в кошки-мышки. Твои ладошки уже далеко зашли. Я хочу тебя, я еще хочу. Ты так красив, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов со льдом наших стаканах. Ты так красив, я перестаю дышать. Чтобы не мешать эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов со льдом наших стаканах. Я бы жил в этом месте, в том самом моменте, когда мы летели на байке. Эти пальмы и ветер, пальмы и ветер. Кто-то пальмы валом закате. Мы на гребне волны скользим и катим. Все, что так долго копили, тратим. И все, что так долго копили, вам придется сегодня потратить. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов со льдом наших стаканах. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака, фиолетовая вода. Магия цветов со льдом наших стаканах. To są efekty współpracy międzynarodowej. Jak to dobrze akurat, że muza nie potrzebuje paszportu i nie utyka gdzieś na granicach, w tym przypadku wschodniej. Rozowoje wino, hit z Rosji w RMF Max to Ali i Feduk. No ciekawe, co oprócz jabłek moglibyśmy Rosjanom wysłać w prezencie. W temacie muzy to raczej chyba Sławomira i nową miłość, miłość w Petersburgu na przykład. Może Rosjanie są już na to gotowi, a tak zupełnie serio, wtedy Sławomir musiałby przesiąść się z Golfa do Łady. Tylko pytanie, czy Łada jest równie prestiżowym samochodem. Reklama. Uwaga, tylko do poniedziałku. W sklepach Euro drugi produkt 25% taniej.